Рух колькостью у 257 тысяч человек. Ранее многие из них стояли на обороне айчыны, керовали предприемствами и установами. И были просто активными людьми. А сегодня яны галоўныя педагогі по выхаванню патриотизму и грамадскасці у молоді. Ветеранская организация Могилевской области отзначает 30-годовый юбилей. З урачыстага сходу наш наступный материал. На урочистом сходе сотни активистов ветеранского руху. Гости приехали из всех районов в области. Ветеранская организация была отзначена, сегодня выполняет задачи, которые для себя окреслила, и которые, безумовно, идут в унисон с приоритетными накерунками развития страны. Юбилейные даты вызволения Беларуси и великой перемоги, допомога одиноким, организация профсоюзов непрацующих пенсионеров, клубная и гуртковая праца. По всех накерунках есть добрый выник. Самые же отказные ветераны бачат працу с молодью. Когда приходишь в школу и спрашиваешь, что вас интересует? Ну, в первую очередь, всегда расскажите о себе, а потом о войне. Воспитание подрастающего поколения. Вот этим мы и занимаемся. Сверяем свои шаги по ним, потому что это последние люди, которые остались с того времени и помнят войну. В патриотическом воспитании это сложно переоценить. Люди необыяквые до своей истории, краины молоди. Не глядя на узрост, многие застаются активными и бадерами. Старшиней областного совета ветеранской организации 11 год заявляется Анатоль Любченко. И у 80 у его еще шмат планов и задумок. Я рад пообщаться, рад друг другу поставить задачи на предмет того, чтобы дожить до будущего юбилея 35 лет нашему ветеранскому движению. Алиса Рыбалка, Виталий Алексеенко. Новини региона.